В зал подсудимый зашел вместе с потерпевшим. В ожидании приговора они даже сидели рядом. Претензий и вопросов к угонщику у хозяина авто не возникало. Была лишь одна просьба к суду – не лишать обвиняемого свободы. Претензий не имею, сейчас все машина вернут. У обвинения же на этот счет была иная точка зрения. Прокуратура просила взять подсудимого под стражу. Причины вполне обоснованы. На скамье подсудимый Бурашников в третий раз. Два условных наказания, последняя судимость не погашена. Я прошу меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения заменить и взять Бурашника Николая Александровича под стражу. Ваша честь, прошу, дайте мне последний последний шанс. Я не хочу, у меня дети маленькие, 27 лет. Но остальную часть процесса он уже слушал под стражей. По материалам дела, в ноябре прошлого года пьяный Николай Бурашников решил злоупотребить гостеприимством. Вынул из кармана чужой куртки ключи от машины товарища, сел за руль 12-й и прокатился по Бугульме. Суд взял во внимание и смягчающие обстоятельства, наличие двух несовершеннолетних детей, состояние его здоровья, удовлетворительную характеристику и отягощающее алкогольное опьянение, непогашенную судимость, и вынес решение. Суд приговорил признать Бурашникова Николая Александровича виновным в совершении преступления, назначив наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения. У Николая Бурашникова есть время, чтобы его оспорить. Юлия Шабанова, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».